ищут интересную работу, потому что им скучно. Они ищут других как бы социальных контактов, других собеседников, потому что им скучно. Да? Вот. Они ищут сами себя, потому что им скучно. Вот скука – это новая такая, какая-то до сих пор неосмысленная вещь. Мы уже сейчас, наша скука другая. Наша скука – складки времени, когда ничего не движется, когда скука от того, от вашего внутреннего паралича, потому что вы не знаете, что вам делать, вы не умеете что-то делать в этом новом мире. Но мы не знаем, чем это заменить. У нас нет зова какого-то, понимаете, которым всегда характеризовалось бытие и время. Оно всегда было зовом. Зов цели великой, что мы делаем что-то грандиозное, что-то очень значимое. А сейчас молчание. Нас не зовут. И вот найдем ли мы что-то, это даже не вызов 21 века. Это его главный вопрос.